Автором проекта «Женский лик Арктики» стал режиссер, сценарист и продюсер Мила Кудряшова. Проект направлен на сохранение и популяризацию роли северных женщин, чье трудолюбие, мастерство и невероятная выносливость обеспечивали выживание их семей в суровых условиях Севера. Их труд можно увидеть в каждом экспонате, от теплой одежды до музыкальных инструментов и предметов быта, созданных вручную. На выставке представлены традиционные костюмы народов коренных малочисленных, которые проживают в нашей территории. Это эвены, эвенки, юкагеры, долганы, чукчи, якуты и выходцы из русского устья. На витринах музея можно увидеть поистине уникальные предметы. Якутскую шубу «Тангалай-сон», созданную для суровых морозов, коврики «Кумаланы», сумочки и музыкальные инструменты. Эти и другие экспонаты передают богатую традицию и мастерство северных женщин. А всем любителям анимации и культурного наследия стоит посетить спецпоказы мультфильмов, созданных по мотивам сказок и эпосов народов Якутии. Вот в одном проекте мы увидим не только прекрасную выставку, мы услышим песни, мы увидим мультфильмы, созданные в Якутии, но кроме этого всего у нас еще в Национальной библиотеке пройдут показы трех фильмов о якутских женщинах. Это событие – редкая возможность прикоснуться к богатой истории народов, которые живут в гармонии с природой, сохраняя многовековые традиции. Не упустите эту возможность. Двери выставки открыты до 7 декабря. Андрей Слепнев, Жанна Ощепкова, Сергей Медведев. Новости дня.